смог сдержаться. Надо, конечно, звучание отдельно каждой гармошке показать. Друзья, приветствую. Приветствуем в этот раз. В гостях Геннадий Васильевич. В очередной раз. Тоже приветствует вас. Вот. Ну, в общем, видео непривычное. Я привык сам снимать. Но сейчас, как эксперимент, на улице дождь, сидим. Что делать? Давай покажем гармошки. Ну, в общем, 4 гармошки покажем. 19 на 12. Шулька, ля мажор. Кубань, тоже ля мажор. В этом же порядке и будем показывать. Вот. По ссылочкам под видео, так же, как всегда, перейдете. Все они там в группе «Гармонный рынок» есть. Так, следующая у нас будет... забыл, восток. Восток. Соль мажор. Соль мажор. Когда нету, засыпают вопросами, заявками, а когда есть, все куда-то пропадают. Вот, соль мажор. Смотрите на дату выпуска видео, и если это было недавно, тогда есть шанс еще ее поймать. Если, допустим, вы смотрите это год спустя, или хотя бы даже месяца 2-3 спустя, ну, считаю, уже все. Но спросить все равно можно, спрашивайте, может, есть другие модели. Не может, а всегда есть другие модели, так что... Вот, и вот на эту гармошку, кстати, видео уже отснято, я его потом смонтирую. Немножко начал баловаться монтажом. Ну, я его не люблю, как вы знаете, на своих роликах. Сажусь, снимаю, все как есть. Но в этот раз мы сначала отсняли с ней видео, ну и вот решили дальше продолжить. Сзаду наперед получается. Значит, ну, вставку сделаю, посмотрите. Значит, это у нас си бемоль мажор, любительская, шикарная гармошка с широкими концертными ремнями, с отличным звуком и так далее. Все отлично, все шикарно. Ну что, теперь в непринужденной обстановке что-то легенькая, веселая. Матросский танец. Матросский танец. Я показывал соль или эту? Вот эту. Вот эту. Значит, показываем эту. Кубань, ля мажор, легкая, походная гармошечка. Очень легкая, как по механике, так и, в общем, сама, по игре. Состояние как новое. Пусть бегут неуклюже. Перейти в группу «Гармонный рынок». Вот здесь по номерам на грифах гармошки. Восток. Соль мажор. Или ми минор. Или ми минор. Thank you.
импровизация. Что это у нас было? Это был Восток. Вот, берете Восток, играете, всех радуете и сами радуетесь. Следующая. А следующую, следующая у нас гармонь си бемоль мажор любительская. Я сейчас вставочку сделаю, запущу. Смотрите, наслаждайтесь, будет три мелодии. А пока всем пока. Удачи!